меня, когда уже завезли, я уже фактически ничего не помню, я только помню туннель, мелькают какие-то огни, куда-то я лечу, ну, а у меня так в мыслях, ну, лечу уже. Потом только помню, что надо мною ангелы и одни глаза. Ангелы крутятся, и мне в глаза заглядывают все время. А я думаю, как их много так. А потом одна из них говорит, а вы распишитесь, пожалуйста, вот здесь, и дает мне книгу, наверное, книга жизни, я думаю. А я говорю, неужели это бюрократия здесь? И здесь расписываться. Но я говорю, вы согласны все время? Голос этот. А я говорю, да я давно согласен уже. Тогда вот распишитесь. Я, значит, поднимаю руку, мне поднимают, что-то там тычет, я не знаю, я не понимаю ничего. Потом в это время смотрю, голос так сзади. Теперь тебе будет очень хорошо. И не больно. Я говорю, я знаю, и Господь мне слезы утрет. И не страшно мне будет, я знаю. А потом разворачиваюсь, говорю, Архангел Гавриил, а что ты в очках? И там этот смех, и смеются все вокруг, смеются, и я больше ничего не помню. Короче, очнулся я уже с трубками со всеми там, на суде там, здесь торчат все эти шланги ненужные. Думаю, тише, очнулся. Смотрю, в палате. Утром приходишь, на следующее же утро, вернее, через день приходит мой операционный врач. И говорит, слушай, ты родился в рубашке. И я говорю, я давно уже родился, только не в рубашке. А он, а что такое, значит? Я ему пытаюсь в голове, да он перестань, говорит, ты послушай, что с тобой было. Мы там хохотали, мы не можем делать операции, хохочем. Ты уже в этом самом раю нам принял меня за Гавриила, а тех за ангела. Значит, ну такого, такого мы все привозили, но такого еще никто не привозил. Но самое главное другое. Ты действительно, говорит, родился, наверное, Бог тебе хранил, потому что во время операции в тебе остановилось сердце. Раз. Второе, на экране, когда мы смотрели, подошел тромб, закрыл твой канал полностью. Было 99%, закрыл все. 2 по 75 у тебя почти закрыто, 1,50. И вот в этот момент, когда у тебя стоит сердце, вылавливаем этот тромб, вводим стенд, закрываем, никогда не закрывали, одним стентом два перекрываем себе и выводим с этого состояния. Я вот специально пришел, говорю, такому, такого случая у нас не было. А я говорю, что ты меня не отпустил? Говорю. А он куда отпустил? Мне так было хорошо, я уже шел себе домой. Так я говорю ему, он, неужели тебе не хочется жить? Я говорю, я тогда не думал. Я тогда думал, что мне хорошо просто. Ты же сам же мне сказал, тебе будет хорошо. Я согласился. Значит, он говорит, да действительно, это уникально, что так вот все сложилось, видно, тебя Бог любит. Я говорю, любит, я знаю.